Дорогие друзья, здесь в Польше сейчас много русскоговорящих жителей, поэтому хочу вам что-то сказать по-русски. Мы здесь, чтобы вам рассказать о решении всех ваших вопросов, всех вопросов вашей жизни. Потому что Иисус Христос – это Бог, который стал человеком, чтобы решить самые важные проблемы, самую важную проблему человечества. Проблема человечества – это независимость от Бога. Человек рождается, и он думает, что он может становиться о своей жизни сам. И начинает жить, начинаются ошибки, и приходит в жизнь человека смерть. И настоящее освобождение – это спасение в Иисусе Христе, потому что Он пошел на крест, чтобы умереть за каждого человека. За каждого человека Он пошел на крест, чтобы умереть за тебя, лично за тебя. Он знает твое имя. Он там умер, Он воскрес. Он победил смерть, и в Его крови, в этом воскресенье, жизнь, настоящая жизнь. Потому что Он может спасти тебя от ада. Потому что существует такое, как ад. Существует такое, как небеса. И существует такое, как ад. Если ты не знаешь лично Иисуса, ты попадешь в ад. Но есть решение. Этот, который победил смерть, может спасти тебя. Если ты просто, как ребенок, поверишь Ему, если ты придешь к Нему и скажешь: «Иисус, я верю, что Ты Бог. Я верю, что Ты умер за меня. Ты, пожалуйста, прости меня. Я верю в Твое воскресение. Я Тебя прошу, Ты будь моим Господом и Спасителем». Если ты сделаешь это честно, если ты сделаешь это искренне, прямо из твоего сердца, ты спасешься. Он тебя спасет, Он даст тебе жизнь. Но ты решаешь, хочешь ли ты это принять или хочешь ли ты это отвергнуть. Вот есть у тебя такой страшный выбор. Но я тебе советую, ты прими это, потому что нету другого решения. Только в Иисусе есть решение. Только в Нем жизнь. Только в Нем жизнь. И мы сейчас хотим тебе это сказать, что Бог любит тебя, но путь к Нему ведет через крест Иисуса Христа. Просто прийти к Нему, просто отдай Ему свою жизнь, и ты будешь без опасности, потому что Он источник жизни, только в Нем жизнь. И Иисус, Он возвращается на эту землю, Он придет сюда обратно, как Царь царей, как Господь Господев. И Он придет сюда тоже как судья, чтобы судить. Тогда уже не будет благодати. Благодать сейчас. Сейчас ты можешь принять Его благодать. Сейчас ты через Его благодать можешь получить вечную жизнь. Но когда Он вернется как судья, будет слишком поздно. Потому я тебе сейчас советую, чтобы ты отнес себя этому, что слышишь, серьезно. Потому что это очень серьезная вещь. Это касается твоей вечности. Это и слова. Это о твоей вечности, что ты решаешь. Вот здесь ты принимаешь решение. Или жизнь, или смерть. Ты решаешь.